Международный фестиваль меда в Восточном Казахстане. На него съехались пчеловоды из 14 государств мира. В рамках мероприятия состоялся круглый стол, на котором обсуждались проблемы отрасли. Эксперты пришли к выводу, что перспективы развития пчеловодства евразийского континента огромны, но пасечникам необходима помощь со стороны властей. Круглый стол собрал представителей пчеловодческих династий, специалистов отрасли, научных работников. Здесь они решили объединить свои усилия для расширения сотрудничества с национальными и международными организациями, союзами, ассоциациями в сфере развития пчеловодства, контроля качества и сбыта продукции. Кроме того, уверены участники, нужно привлечь внимание международных организаций к проблемам пчеловодства в области применения ядохимикатов, ГМО и других стрессовых факторов. В Америке 60% пчел ежегодно гибнет. И в Европе тоже, значит, и до нас это начинает докатываться. Потому пчеловодное сообщество, оно озаботилось. А государства, они должны это тоже понять, что эту проблему сами пчеловоды не решат. На земле Восточного Казахстана, где мед уже стал настоящим брендом региона, давно говорят, что пчеловоды остро нуждаются в помощи государства. В этом году по планам область даст около 6000 тонн меда. И для того, чтобы им торговать в мировом масштабе, нужно лицензировать продукцию. Каждое такое разрешение от экспертов стоит около 10 тысяч евро. Министерство сельского хозяйства страны ищет возможность решить эту проблему. Попутно в области приняли региональную программу обеспечения медом школьников. Задача ставится полностью 1-4 класс обеспечить бесплатным медом. И всех детей малообеспеченных семей обеспечить бесплатным медом. Сегодня у нас 3 цеха работают. И 3 цеха сегодня, ну, в течение, в любое время мы готовы свою область закрыть. Не только область, мы будем готовы закрывать и другие области Казахстана. На круглом столе прозвучало заявление, что через 15 лет Казахстан станет крупнейшим производителем и экспортером меда в мире. Предпосылки для этого, по мнению специалистов, существуют повсеместно. Внедряются передовые технологии. К примеру, специально к форуму был открыт цех по переработке пчеловодческой продукции. Он оснащен по последнему слову техники. В скором времени будет сертифицирован по требованиям международных стандартов. Здесь можно перерабатывать и расфасовывать до 2 тонн меда в час. Гости из Турции, страны, сделавшей рывок вперед и на данный момент занимающей 2-е место по производству меда в мире после Китая, готовы помочь нашей республике. Мы в Турции сделали качественный рывок вперед в развитии пчеловодства. У Казахстана еще больше предпосылок для того, чтобы выйти в лидеры. Здесь развивается натуральное пчеловодство. Природа позволяет. Нужно только внедрять технологии по переработке. В этом мы можем помочь. Завершая круглый стол, участники подписали меморандумы о взаимном сотрудничестве в пчеловодстве стран евразийского континента. Предполагается, что они послужат новым импульсом в развитии отрасли и укреплении международных связей казахстанских пасечников. Антон Сергин, Гаслан Тулепов, Восточно-Казахстанская область.